Глава Калмыкии поздравил с профессиональным праздником работников дорожного хозяйства. Вот что говорится в поздравлении. «Мы чествуем всех, кто строит и реконструирует новые дороги. Рабочих, проектировщиков, разработчиков, преподавателей и руководителей. Благодаря вашим усилиям и мастерству с каждым годом улучшается состояние наших дорог. Развивается инфраструктура региона, создаются комфортные условия для жителей и гостей Калмыкии. А это залог успешного развития экономики нашей республики. В регионе создано управление автомобильных дорог, строятся асфальтобетонные заводы, приобретается новая современная техника, улучшается логистика, готовятся кадры, создаются рабочие места. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году мы реализуем масштабную работу по их строительству и ремонту. Только за этот год мы модернизируем 39 объектов протяженностью свыше 160 километров. В листе приведем в нормативное состояние 15 объектов улично-дорожной сети. Среди главных проектов – строительство магистралей по улицам Манцинкец и Строительная. В эти дни также прокладываем дороги по улицам Пюрбеева, Рокчинского, Радонежского, Байдукова, Лиджиева, Островского, Физкультурная, Кирбазарная и по проезду жилой группы «Элеватор». На следующий год новое полотно уложим по проезду Сяхантынгыр, улицам Витражная, Барунгар и Чограйская. По республике введены участки дорог Яшкуль-Комсомольский Артезиан, Малый Дербет и Большой Царын, Городовиковск-Тахта. Готовится к вводу еще один отрезок дороги Яшкуль-Комсомольский-Артезиан, Элиста-Арцгир, Минеральные воды, Георгиевск-Буденновск-Улан-Хол. Также в ближайшие два года в ходе капитального ремонта будут расширены 4 участка общей протяженностью 30 километров. Среди ключевых проектов – ремонт автодороги Р-22 Каспий, это северный обход Элисты. Еще на 10 участках федеральных трасс обновим защитные слои износа. Сейчас дорожники капитально ремонтируют участок на дороге Р-216 Астрахань-Элиста-Ставрополь, а также на трассе Р-22 Каспий на подъезде к Элисте.